Сегодня ночью 60 рыбаков из Челнов, а также Елабуги и Мензелинска попали в снежный плен. Им удалось дозвониться до спасателей. Преодолев 80 километров на снегоходе «Буран», сотрудники МЧС из Челнов и поселка Новый прибыли на Мензелинское водохранилище, где и застряли 27 автомобилей горе-рыбаков. Более 30 спасателей работали на месте всю ночь. Работы закончили в районе 3 часов ночи. Сами спасатели вернулись только под утро, но несколько машин все же остались ночевать на льду. За ними спасатели приехали только сегодня утром. 8-9 километров от берега. Вчера просто-напросто они дальние были. Невозможно было. Ночь, темно. Поэтому невозможно. А людей-то там в машине уже не было. Их вытаскивали все. Людям была оказана помощь. Они там ночевали в сельском поселении в клубе. Там им было организовано чай, питание. Пропавших жертв нету.